Кенгу Джан, совсем молодой вид фитнеса в Кривом Роге, подходит практически всем, от 5 до 90-летнего возраста. За одну тренировку можно потратить более 1000 килокалорий. В Украину этот необычный фитнес привезла Оксана Машеску. Он стремительно набирает популярность в нашем городе. Прыгать в таких ботинках гораздо удобнее, чем стоять. Для того, чтобы двигаться и танцевать было удобно, нужно всего лишь правильно распределить вес. Тренеры уверяют, тренировка в Кенгу Джамс сжигает 3 раза больше калорий, чем обычная. Есть 3 главные вещи, о которых мы всегда говорим. Это суперэффективно. Опустим момент, что это модно. На самом деле, очень быстро приходят первые результаты, буквально за первые 2 недели, если, конечно же, не пропускать. У нас в Украине отличные результаты. Я лично сама похудела на 27 килограмм. Есть 20, 25, 15, 17 в короткие сроки. Пружинящие ботинки не сильно нагружают суставы, что очень важно в спорте. Обувь амортизирует удар от соприкосновения с полом. Невозможно передать словами. Когда человек приходит, обувается, он говорит, я не упаду. Я говорю, нет, вы не упадете. Стоять сложнее, чем прыгать. Поэтому каждый человек, который пришел, вот не было ни одного еще человека, который развернулся бы, ушел и не вернулся. Это супер, это ноу-хау, это будущее. Кенгу Джамс – это будущее. Одно занятие длится час. Из-за высокой стоимости ботинок и дорогого обслуживания тренировка обойдется 80 гривен. Инна Даньшина, Евгений Жулай, Первый городской.